Чувашии продолжает развиваться внутренний туризм. Открываются все новые и новые экскурсионные маршруты. Школьники привыкли к живым урокам и с нетерпением ждут новых приключений. Так ученики 4-й гимназии отправились в питомник «Хаски». Многие чебоксарцы и не подозревают, что в 10 минутах езды от города в деревне Типсерма находится питомник сибирских хаски. Здесь живет более 20 собак, и они уже привыкли к постоянным гостям. Хаски есть чем удивить и детей, и взрослых. Они никогда не кусаются, умеют танцевать и даже лают по команде хрипловатым голосом. Есть такое слово в английском языке. На английском это слово звучит как хаски. Вообще, хасок вывели эскимосы. А эскимосов раньше называли эски. Эски, хаски очень похожи друг на друга, так что, возможно, эта порода называется от имени того народа, который их вывел. Тут же бегают и эскимосики, переодетые школьники. Чтобы информация запоминалась лучше, для них придумали множество игр. Например, как можно скорее повесить на шею чемпионов медали. Настоящие награды хаски занимают отдельный дом. Алексей Самсонов завел первую собаку 5 лет назад, но уже успел выиграть множество гонок. Кстати, человека, который управляет упряжкой собак, называют каюром. За день упряжка из 6-7 хаски может пройти расстояние 100 километров. То есть, теоретически, к вечеру мы можем быть уже в Йошкар-Оле. Но я не буду загружать эту дружную команду и прокачусь только один круг. Впереди упряжки бегут самые умные собаки, которые быстро понимают команды каюра. Ближе всего к саням – силачи-тягачи. Хаски тренируются каждый день. Если не в упряжке, то на специальном тренажере. Работать со скоростью 30 км в час на беговой дорожке человек бы не смог, а собаки справляются. Очень хочется, чтобы дети выезжали чаще, общались с животными, бывали на свежем воздухе. Дети очень мало бывают на свежем воздухе. К сожалению, обычно учебники, телефоны, все заняты. Я уверена, что дети, которые приезжают сюда, уезжают отсюда с положительными эмоциями, радостные, довольные, счастливые. Кроме педагогической работы, хаски активно участвуют в общественной жизни города и республики. Например, в этом году именно они открывали лыжню России. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика.